Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире «Новости Украины». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может получить пост в правительстве Украины. Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. «Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», — написал господин Саакашвили в Facebook. О предложении, которое господин Зеленский сделал Михаилу Саакашвили изначально со ссылкой на источники в партии «Слуга народа», сообщило издание «Новое время». По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам. В пресс-службе господина Саакашвили изданию сказали, что его назначение вице-премьером действительно обсуждается, но он для начала бы хотел бы встретиться с народными депутатами из фракции «Слуга народа» и предложить свое ведение реформ, после чего будет принято окончательное решение. Заместитель главы фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук подтвердила эту информацию. В пятницу он придет к нам на фракцию и представит свою программу. В пятницу, 24 апреля, ожидается и голосование в Верховной Раде по назначению Михаила Саакашвили. При президенте Петре Порошенко господин Саакашвили возглавлял Одесскую областную администрацию. Но затем между ними произошел конфликт, и экс-президент Грузии был лишен украинского гражданства и выдворен с села территории Украины. После победы Владимира Зеленского на прошлогодних президентских выборах Михаил Саакашвили вернулся на Украину и продолжил заниматься политикой. Оставляйте свои мысли по этому поводу в комментариях, и помните, мы ценим чужое мнение, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости.